проводите? Конструкция лепесткового рабочего органа позволяет во время работы разрыхлять почву и заделывать пожнивные остатки на глубину до 25 сантиметров. Лемеха, долото и лепестки и отвал все сменные. Предусмотрена система защиты. В случае попадания камня происходит срезание винтов, и в любое время можно заменить рабочие органы. Рабочие органы стандартные, производство Рубцовска, то есть недорогие массового производства. Дополнительно нами производится напыление карбидом вольфрама на рабочую часть элементов, на режущую часть. Также на отвале происходит наплавка сармайта с последующим покрытием порошком карбида вольфрама. На долоте, на режущей кромке, производится тоже напайка сармайта, с которой потом покрывается карбидом вольфрама. Также система защиты стоит и на креплении рабочего органа. Рассчитано таким образом, что при попадании на какое-то крупное препятствие происходит срезание более тонких шпилек, и рабочий орган поворачивается в верхнее положение. Далее шпильки ставятся, объезжается препятствие, и плуг дальше продолжает работать. Также на плуге проработана система и рассчитана система прочности самой рамы. Обратите внимание, на укрепляющих элементах все криволинейные сварочные швы, которые готовятся на сварочных полуавтоматах, и криволинейные все эти поверхности сделаны с уступом, что тоже не ослабляет поверхность, что не ослабляет конструкцию рамы. Далее, в связи с тем, что плуг ПШМ — это высокоскоростная машина, и она требует очень высокой точности регулировки глубины. Поэтому в конструкции рамы устроена регулировка глубины обработки почвы, осуществляется путем с помощью регулировочных винтов, что обеспечивает высокую точность и простоту, то есть в поле можно легко, очень удобно настроить эту глубину. Далее, рабочий орган, в связи с тем, что он состоит различных элементов, он может работать как плуг. В том случае, когда снимаются верхние лемеха и лепестки, рабочий орган работает как плоскорез. Далее на заводе сейчас продумывается и изготавливается щелеватель. То есть также можно на него, на этот плуг, устанавливать щелеватель. То есть он выполняет три функции. Он работает как плоскорез, как плуг и как щелеватель. Данный плуг, плуг ПШМ-8, работает на тракторах 5-го тягового класса, конкретно плуг ПШМ-8, он рассчитан на работу с трактором 744, на 701 у нас рассчитан плуг ПШМ-7.